Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня я хочу с вами поделиться частью своей коллекции всяких побрякушек с AliExpress. У меня вообще довольно-таки большая коллекция всякой бижутерии с AliExpress. Она очень дешевая, красивая, учитывая, что я снимаю всякие там разные видео, разные образы, то такая бижутерия мне просто необходима. Ну и в принципе, очень часто попадаются довольно-таки качественные экземпляры и по очень-очень низкой цене. Поэтому в ближайшее время вас ждет довольно много видео про мою коллекцию бижутерии с AliExpress. Сегодня я покажу небольшую часть пока что своих сережек с AliExpress. Почему небольшую? Потому что я буду все это примерять, а не просто вам показывать. Я буду показывать, как именно выглядят на ухе серьги, как они смотрятся на живом человеке. Вот, просто боюсь, если я слишком много сережек померяю, уши у меня просто отвалится. Так что давайте приступим к обозрению очень красивых экземпляров сережек с AliExpress. Да, ссылочки я оставлю на все в описании, если, конечно, на момент публикации видео все это будет продаваться. Но даже если какая-то ссылка будет неактивна, я попробую найти что-то похожее и ссылочку также на это оставлю. Ну что ж, давайте смотреть. Вообще все серьги в моей коллекции очень-очень недорогие. У меня все варьируется в районе, наверное, 300 рублей, я так думаю. Начнем мы, пожалуй, с сережек таких больших и плоских. Уже частенько в видео я в них была. Это серьги довольно-таки увесистые, большие, плоские. Они с такими остроконечными лучами, скажем так. Сережки состоят из двух частей золотистого оттенка. Они очень качественные, металлические, и металл не слишком-то тонкий, довольно-таки прочный, и выглядят они очень эффектно. Дальше серьги экзотические с драконами, с восточным драконом. Этот дракон довольно-таки крупный, также серьги довольно тяжелые, качественные, металл нелегкий, золотистого оттенка. Здесь прям очень хорошо прорисован дракон, и усики дракона, и лапки, и хвостик, и такая чешуя у дракона. Очень красивый рисунок, и выглядят, конечно, они шикарно. Дальше один, наверное, из любимейших экземпляров – это крупные серьги с камнями, искусственными жемчугами. Серьги увесистые, массивные. Они состоят из двух основных частей, которые инкрустированы искусственными камнями-стразами. Также еще части такие висячие, скажем так. Я не очень разбираюсь в бижутерии, во всяких там украшениях. Ну, вот такие вот висюльки жемчужные тоже присутствуют. Здесь камни разного цвета. И прозрачные, и бирюзовые, и розовые, и черные. Они нереально круто сверкают, эти серьги. Они дополнят любой вечерний образ. Они просто прекрасны, тем более стоят совершенно недорого. Дальше серьги с принтом. Серьги леоперт, скажем так. Серьги эти не так простые. Они металлические, но вот этот самый леоперт, он, знаете, пушистенький. То есть это какая-то вот такая ткань, искусственный мех. Очень симпатичные, стильные серьги. Они не выглядят как-то пошло, они выглядят довольно-таки элегантно. Так что, если вам нужны такие леопардовые серьги, то вот это очень даже красивый вариант. Сами серьги также очень прочные, увесистые. Они сделаны из прочных металлических пластин. И сам вот этот принт прикреплен довольно-таки качественно, не отваливается. И выглядит, ну, просто супер. Дальше еще серьги похожей формы на предыдущие, но уже, знаете, под что-то такое, под рептилию, да, окрашена в красный цвет. Нижняя часть под рептилию, состоит из двух пластин, тоже увесистые серьги. Я вообще очень люблю крупные серьги, поскольку они выглядят очень эффектно, дополнят прекрасно любой вечерний образ, да и не только вечерний, как бы, да, куда вам надо, туда вам и все и дополнит, скажем так. Также эти серьги могу вам рекомендовать, поскольку они выполнены довольно-таки качественно.
Следующие серьги легкие, пластиковые, на металлической цепочке. Они довольно-таки длинные, выполнены из таких пластиковых лепесточков. Создается такое впечатление, что они как будто бархатные. Пластик окрашен очень красиво и интересно, и создается впечатление бархатных лепестков. Очень классно смотрится, и именно вот этот бархатистый эффект необычный также создает определенное настроение. Серьги очень яркие, но они легкие и удобные. Дальше это довольно длинные серьги, выполнены очень аккуратно, нет никаких грубых деталей, очень мелкие такие здесь. Камешки приклеены, очень хорошо держатся, ничего не отваливается. Сами фиолетовые камни шикарно сверкают при электрическом освещении. Также есть камни еще такого серовато-зеленоватого бледного цвета. Они очень красивые, также дополнят любой образ, если вам нужен такой фиолетовый оттенок, не яркий оттенок сирени, то вот эти серьги также могу рекомендовать. Кстати, они у меня в коллекции вообще очень-очень давно. Это, можно сказать, мои стариночки. И до сих пор они в прекрасном виде. Ничего не потемнело и не потускнело. Серьги-цветочки. Эти серьги состоят из двух частей, более крупного цветка и более мелкого. Оттенок приглушенный, пастельно-зеленый. А серьги не слишком тяжелые, но легкими их точно не назвать. И внутри также здесь есть такие тычинки. Очень красиво смотрятся. На лето просто находка. Очень стильные серьги, которые состоят из округлых металлических золотистых пластин. Они не тяжелые, легкие, выглядят стильно, круто. Пластины такие глянцевые, зеркальные, дополнят любой образ, не только вечерний, но и на деловую встречу. В общем, такой более универсальный вариант. Серьги-треугольники. Здесь очень интересная треугольная форма. По центру также есть треугольник, заполненный стразами. Серьги средней тяжести, то есть они не легкие, но не слишком тяжелые, будут комфортны на ушах. Все сделано качественно, стразы приклеены очень аккуратно. Довольно-таки универсальный оттенок, поскольку здесь присутствует и такой бежево-перламутровый оттенок, и бордовый, и голубой. То есть можно дополнить ими большое количество образов, и выглядеть они будут очень стильно. Ну что ж, надеюсь, вам понравилась моя коллекция бижутерии, сережек с Алиэкспресс. Ждите, дальше будет продолжение. Также будет куча-куча еще бижутерии, поскольку у меня много крутой бижутерии с Алиэкспресс. Есть что вам показать, есть что вам порекомендовать. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И до новых встреч! Пока-пока!